Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные, удобные условия по займам. С 1 января 2018 года заработали две новые президентские инициативы. Это ежемесячные выплаты на первого ребенка в возрасте до 1,5 лет и ежемесячные выплаты из средств материнского капитала на второго ребенка на этот же период. На дополнительную финансовую поддержку от государства могут рассчитывать семьи, у которых семейный доход, поделенный на всех, не превышает прожиточный минимум, установленный в регионе, более чем в 1,5 раза. По данным управления ЗАГС Тувы, на данный момент в республике на выплаты могут рассчитывать более 1000 семей. Данный показатель будет рассчитываться по показателям второго квартала года предшествующего Новому году, то есть второй квартал 2017 года. В нашей республике данная сумма составляет 10 347 рублей. По новому закону на ежемесячные доплаты могут рассчитывать и семьи, где в этом году родится или будет установлен второй ребенок. В этом случае заявление на материальную помощь можно подать в региональное отделение пенсионного фонда или же в многофункциональные центры по месту жительства. В разных регионах получаемая сумма различается. В Туве размер господдержки на второго ребенка немного превышает 10 тысяч рублей. Если семья при рождении второго ребенка, получив сертификат, подаст одновременно заявление на ежемесячную выплату на второго ребенка, то вот это 10 347 рублей, она используется из этого материнского капитала в размере 453 тысячи рублей. То есть она отнимается из этой суммы. То есть она уже предусмотрена в сертификате. Это она ежемесячно будет выплачиваться до достижения ребенком 1,5 лет. Сегодня размер материнского капитала составляет 453 тысячи 26 рублей. Средства маткапа можно направить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, реабилитацию детей-инвалидов и будущую пенсию матери. Кроме того, сертификатом можно воспользоваться и на оплату услуг любого детского сада сразу после его получения. В целях выявления, предупреждения и пресечения фактов использования канала грузовых и пассажирских автомобильных перевозок с преступными элементами для перевозки спиртосодержащей жидкости, наркотических средств, угнанного, похищенного транспорта, подразделениями регионального министерства внутренних дел усилен контроль за передвижением автотранспорта через стационарный пост ДПС «Шевелик». За 12 месяцев 2017 года сотрудниками госавтоинспекции МВД по Туве на стационарном посту «Шевелик» выявлено и пресечено 16 фактов незаконного оборота наркотических веществ общим весом порядка 7,5 килограмм. 19 фактов перевозки спиртосодержащей жидкости без соответствующих документов. За отказ брать новые купюры продавцу грозит штраф, сообщает издание «Российская газета». Если продавцы отказываются принимать к оплате новые купюры достоинством в 200 и 2000 рублей, то на них можно пожаловаться в Роспотребнадзор и привлечь к административной ответственности со штрафом в 50 тысяч рублей. Если деньги не принимают, звоните в территориальное подразделение Роспотребнадзора, советуют в ведомстве. И обязательно нужно указать, где конкретно произошло событие, время, желательно знать имя и фамилию продавца или кассира, который не стал принимать деньги. В идеале лучше иметь фото и видеозапись случившегося. В Роспотребнадзоре напоминают, что рубль – это национальное платежное средство, обязательное к приему на всей территории России. Задача продавца – обеспечить всеми возможными средствами оплату товаров и услуг. И о курсах валют. Доллар стоит 56 рублей 59 копеек, евро – 69 рублей 17 копеек. Елена Воробей, Оскар Кучера, Дмитрий Орлов, Ирина Климова и Джамал Татурашвили в комедии «Мужчина с доставкой на дом». 10 февраля в Доме народного творчества. 21 января в 17 часов Национальный театр приглашает на премьеру драмы «Бернарда Альба» по пьесе Гарсия Лорка. Касса театра 2.11.41. С
25 по 27 января в образовательных организациях пройдет муниципальная апробация итогового устного собеседования по русскому языку, где примут участие более 3500 девятиклассников республики. Ученику будет предложено 3 темы для собеседования на выбор. На протяжении всего времени ответа ведется аудиозапись. Ответ будет оцениваться по системе зачет-незачет после окончания собеседования и вторичного прослушивания аудиозаписи. Зачет выставляется участникам, набравшим не менее 10 баллов. Школьники итоговое собеседование будут проходить в своих образовательных организациях. Результаты собеседования предоставляются ученикам сразу. Проведение апелляций по результатам проверки не предусмотрено. Национальный театр Тувы имени Виктора Кокула представляет новую постановку «Спектакль Альба». Это история о семейных взаимоотношениях, всепоглощающей любви и тайнах. Сюжет начинается с того момента, когда внезапно глава большого семейства умирает. Вдова умершего желает продолжить держать всех членов семьи под тотальным контролем, прибегая даже к крайним мерам. Но и дочерям хочется свободы, любви и приключений. Классическая история о жизни женщин в испанских селениях адаптирована молодым режиссером Сюзанной Оржак. Роль главной героини в двух составах исполняют заслуженные артистки республики Луиза Мартайол и Саяна Сад. В ближайшие сутки по республике ожидается переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег. На дорогах гололедица. Ночью -22, -27 градусов, местами -34. Днем -15, -20, местами -5. В Кызыле переменная облачность, местами небольшой снег. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Ночью -29, -31 градусов, днем -20, -22.